И в продолжение темы работы учебных заведений в желтой зоне в городском департаменте образования отметили, что по состоянию на 22 сентября в Одессе осталось только 21 учреждение, где не соблюдены новые требования. Речь идет о школах, садиках и университетах, где не вакцинировано 80% персонала. В связи с наступлением желтой зоны в Одессе школы, где нет достаточного количества провакцинированных сотрудников, перейдут на дистанционную форму обучения уже со следующего понедельника. Однако такой переход ждет не всех. Министр образования Украины Сергей Шкарлі заявил, что такие условия работы не будут распространяться на детсады, спецшколы, а также на первые и четвертые классы. Ученики продолжат обучаться за партами с соблюдением всех карантинных норм.